Всем привет, дорогие друзья, с вами Иванушка, и сегодня мы снова будем проходить Cuphead с Энди Фоксом, который мне заставляет несколько раз перезаписывать. Прежде чем как мы начнем этот видеоролик, хочу сказать, что у меня есть Discord сервер, который всегда попросит своих подписчиков на стриме, ссылка будет в описании канала. А тогда сразу пройдем монетки. Всем привет, ребята! Блин, я думал самонаводяшку потом купить там в некоторых случаях. Я тоже так думаю. Так, что у меня по оружию? Чувак, стрелять не забыл уже за день. Я чуть не потерял. А, ну! Ой-ой-ой. Тут надо спарировать. А, нет. Да я бабушка. Да я потерялся, где я? Я потерял кто? Где? Это все из-за привет от мема. Да. Ладно, давай тогда быстренько сейчас пройдем вообще на изах. Ой-ой-ой, параша. Солевой. Молодец, да не. А мне бревна вот эти есть. Ну они параша. Хорошо, что фон за мной идет. Бабочку спарировал. Беги за мной, пока не поздно. А, Сэм. А ты блядь. Беги за мной, пока не поздно. Ты пить просто. Я еще одну твою хп заберу. Ты... Давай быстрей. Там и Гитлер и Чпачмак. Приходим на елки. Хорош. Вот сейчас реально надо еще не затупить. Да, по очереди. Хоп. Да, погнали. По очереди. Давай тоже все перестрелим. То обмен максим все штаны. Обичмачкался штаны. Все, хорош. Изи. Со второй или с третьей, четвертой попытки. Со второй или с третьей. Туда тебе! Нам, знаешь, что написали? Мы в 15:40 уже должны быть на елку. Ты, кстати, идешь на елку? Да. И я, блин, иду. Блин. Хорошо! Нехорошо! Придется видеть Алену. 15:40! Нам в 15:40 надо на елках быть. А че у нас не золотое? Фу. А что у нас по времени? Ладно, пойдем туда это на этого босса. Давай сначала купим что-нибудь. А че покупать-то? Например, я могу хп себе купить. Кстати, нет. Я думаю, возьму себе только если самонаводяшку для этих, для. Как его называют? Хотя не, я самонаводяшку не куплю. Пока я тут. Ну, все, я если что еще дымку взял, потому что я дымку люблю. Она это сейчас позволяет сквозь выстрелы проходить. Ой, ты заграешь. Уже надо. Шериф! А, да, точно. Мне на шиф ничего не надо. Все, давай базарим с этим болваном. И заходим сюда. А, стой, побазарить надо с ним. Помечтаешь, что такое мечтаешь летать, как я? Ха! Ноги твои не будет за штурвалом, пока не изучишь эти чертежи. Ну, точно читать надо. Точно читать надо. Или такой. Да, чертеж. Смотри, учимся стрелять вот так. Пау-пау-пау. Спецстака вот так. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ты пит. Теперь я могу делать... Че мы можем вот так делать? На, в тебе. Бум. Ладно, все, выходим. Да подожди, я не научился маленьким. Ты уже умел. Тин-тин. Ой, я теряюсь. Все выше и выше. Хельдаберга. Потом мы, получается, на второй остров уже идем. Да. Это а чё я маленький? Что ты маленький?
Нет, я большой. Да, блин. Ванч, ты вообще тупишка. Да, блин. Я забыл, что она так умеет. О, это телец. Хорош. Ай. Телец. Что это сейчас было? Блин, какой это знак зодиака? Тебе это зачем? Мне интересно. А вот не скажу. Летит! Близнецы! Знак зодиака Андрея. Хор-хор-хор-хор-хор. Близнецы самые нитичные. Не, ну тут согл. Нормально. Опять это парашу кинуло. Кинешь в первую попытку. Ну а что такого? Всё, не так. У меня до сих пор 2 хп есть. Ну я вижу. Тарелки. Хотя как я. Ничего, мне использовать ульту? Да, я использую. Никто не дает. Да блин. Это параша меня бесит. Мы сейчас умрем. Почему? Мне тарелки бесит. А, все, изи, с первой попытки. С первой попытки просто. Я думаю, это сложный босс, а это... изи. Да я чуть не знаю, сдавал ли я на подарок. А у нас его, кажется, и не будет. В смысле, ваш? А вот... О, а минусом. У нас даже вроде не будет. Получается, идем на следующий остров? Да, все. А-та! Кстати, что надо дадут, если мы все сделаем на золото? Я что знаю. Да вроде что-то должны дать. Кстати, давай монетку этого болвана заберем. Вот, все. Все хорош, первый остров. Теперь ты можешь купить что-нибудь еще. Я договорил, какая будет. Да что, я не понял. Че, что считает сейчас? Ты, я же сказал. Ой, да-да-да. Неплохо у тебя вышло с должниками. Теперь можно и на другой остров перебраться. Там тоже найдется работенка. Все, let's go. А тут я сейчас буду читать. Ладно. Парни, погодите. Уф, хорошо, что я вас догнал. Уф, какой разъеб. У меня есть план, как вам выбраться из этой заварушки. Правда? Ну же! Ваша сила растет. Скоро вы сможете одолеть даже самого разъеба, а то и самого дьявола. Можно почитать? Уф. Правда сможем? Честное слово, но пока вы не соберете все договоры, дьявол вас близко к себе не подпустит. Уф, какой. Только так вам удастся обыграть судьбу и кости, победить. Когда наступит момент, не зевайте. А, ну что тогда? Ты хотя вроде на сладкую этого бебриху. Дальше. О, ему надо четвертого, помнишь? Я хочу дымку, да, я хочу дымку. Бери. Алванки, баланки, серые коралки. Я думаю, потом можно попробовать победить клоуна. А, нет, давай этого. Джина. А, этого, который я ненавижу в жизни. А, ну это Изи, я помню, что он делает. Да блин. Баранки. Блинчики. Давай, ну. Ой-ой-ой, это параша. Патрон. Как обычно, может заново начнем. Давай. А хотя я тебя спас. Все, давай. Да блин, это патрон, это параша, а не... Не знаю, патрон, по-моему, самый изичный. О, ну это... Нет! Это... Я его ненавижу. Не, с другой стороны он легкий, но с другой стороны... Блин, тут вот эти еще мелкие болваны выходят. А это он не очень. Да как?
Блин, я не хочу возвращаться к старому капхеду, я хочу возвращаться к на... О, это же этот, тортик. Шкаф. А, ну и шкаф тоже. Кстати, шкаф это вообще самый изичный. Да, он один из самых легких, по крайней мере. Кого? Как я умер? Последняя, предпоследняя фаза. Да нет, опять он! Нет! Нет, патроны. С дробовика. Я понимаю, зачем Ваня взял самонотку, если не использовать. Я самонотку, кстати, не брал. Я взял этот патрон. Точнее, дробовик взял. Понял? А, ты дробовик? Блин, какой разъеб. Если я думаю, можешь взять не потом дробовик, если сейчас не пройдем. Можно попробовать. Дай бы мы пройдем. Опа, хорош! Капец, почему в прошлый раз, когда мы ее проходили, мы так тупили? У меня про что мы тогда делали? Еще раз запомню, что от ее, как от нее голов выворачивается, запомнил. Не, просто там еще планирование. Я от головы, да, типа, не понимал, как от нее уворачиваться, когда начинаются головы, и вот этот шар катится, я вообще не понимал. Его надо, короче, спарировать, чтобы... Че, идем на этот? На Джина, Джина! Ну, кстати, если мы сейчас победим Джина, это будет замечательно, замурчательно. Да-да-да. Shift. Что? Мне-то нафиг дымка тут. Они работают. Все, let's go. Пробуем победить. Нет, тайная пирамидка. Джин великолепный в эпизоде. Пробуем. Наша задача просто сейчас его убить. Кстати, блин, я как вспоминаю, какая у него там фаза есть. Кстати, там на одной фазе можно встать вот так вот, типа, вот так вот просто взять и да убить вот так вот. Да-да-да, это я помню. Мечи более-менее мечи. Я как вспоминаю, что у него есть, я мне плохо становится. А, блин, блин. Вот Джин вообще дофига фаз. Джин баран. Я не понимаю, это вообще балла. Ой-ой-ой. Вот это вообще. Блин. Мы хотя одну штуку забыли сделать. Чё? Это нам надо после этого в одно место выйти, если мы проиграем. Если мы проиграем, или... Если. Мы уже проиграли. Кому проиграем? Вот здесь можно встать вот так вот и доубить его. Ну только, а как поменять? Как поменять? Мы это не узнали. Надо было взять, а мы не взяли эту херню. А-а-а. Я надо было взять, я тебе говорю, что надо будет сходить, гонять и взять. Мы не взяли. Хорош вообще. С кем разговариваешь, мальчик? А то есть по-твоему, когда я тебя спас, тебе вообще было пор? Да. Вот пид. Ах! С кем разговариваешь, мальчик? С негром. У нас, короче, девка. Видел такую девку, которая полуголо ходит? Шоном, мужик, смотри. Супер-пупер. Супер-пупер. Я тут слегка доработаю аэроплан, теперь можешь забрасывать противника бамбами. Все, наконец-то, мы теперь ту фазу изи пройдем. Да, давай! Будь как это, как в тот раз, когда мы пытались в Колизее, помнишь? Какой Колизей? А, с этими? Ой, я умер. Чё мне не спас? Не успел. Жми ульту. Ульта интересная. По бомб. Не. И без рофа интересненько. А в смысле будет та же самая ульта, не? Нет. Другая. А. Нет, да. Вот сейчас я реально сдохну. Что-то баллон меня сейчас убьет за секунду. Он сейчас меня создал. А, стоп, точно, это же не последняя фаза, я вспомнил. Там еще одна фаза, ну, будет. Там три фазы. Ну, дофига фаз же. Это вообще пиздец. Не последняя, это вообще пиздец. Иди сюда, пидарь.
Блин, я не успел использовать ульту. Вот шляпа это вообще. Я спасибо. Я не сыщу, я пройду. Вовремя ты. А, да. Ну, вовремя я. О, вот что он пулял все это время. Ой, ну, ты лечи, ты так близко находишься. Стыдно. This is Sigma. Я шляпу подыхаю тут постоянно. Шляпа реальная шляпа. Так, ну шляпа вроде. Ну, причем не от пуль шляпы, а просто от шляпы подыхаю. Да! Это что сейчас было? Это шляпа. Реальная шляпа причем. Давай, ультуй. Только могу сдохнуть. Быстрее! Да блин. А больше тут вообще хочет. Да щука. Сейчас оба сдохну. Нет! Озвучка, давай тоже по-разному. Один думает, что он одно, а другой думает, что он другое. Ну, моя бы, кажется, продал парабабонни. Чё, и куда идём? На клоуна предлагаю. На клоуна. На клоуна? На клоуна. То есть ради этого... Я забыл, что он так не попадает. Давай сейчас тебя без того прикол. Давай, пожалуйста. Нега! Давай без этого прикола, я прошу тебя. Начинаем. Забез этого прикола, прости. Ой-ой, опять эта девочка полетела. Девочка Wednesday. Обосрался, пидарас. На, я сам такой. Кто прыгнет на пол, все, проиграл. Короче, кто упадет на пол, тот проиграл. Блин. А, проиграл! Ага, я должен был спасти нас. Да блин. Я не проиграю челлендж ради этого. Ради победы. А, проиграл! Да я уже проиграл, отстань от меня. Все, я выиграл! Фу. А почему у меня рывок на две кнопки? Иди, ой. Бери, а я покатаюсь на теле, тебе еще что-нибудь. Опять тебя пропустил последнюю фразу. Взял все, скипнул нахуй. Ура, опять хорошо. Это неуязвимость, а чего это имба? Дай ее возьму. Давай. Я тогда, идем туда против этого болвана. Я думаю, возьму ультрабалик вместо этого. Все, let's go. Стой, дымку, я дымку забыл, дымку забыл. У меня нет дымки, так что все едино. Апапума. Апатума. Ой, это сколько мы раз умерли. Бой был суровый, без приказ. И вы погибли сколько раз? Ах да, 109. 109 раза. Он пиздит. Лунапарк, клоун. А может он типа, знаешь, именно сам файл залазит, и поэтому понимает, и он вообще говорит про все забеги, типа. Да, заново, подожди. Вот просто это все, да. Вот можно R нажать, вот попробуй. Ну зажми R, чё ты. Зачем? Ну и рестартим. Зачем мне это делать? Да нет. И вы погибли сколько раз? Ах да, 180 раз. Тут собаки, они вот так вот дефаются. Да блин. Просто тихо паровозик будет. Да, его будет много. Ну и нафига ты это сделал? Да я хотела спецатаку использовать, а по итогу мне неуязвимый.
Точно. В жопу. Да блин. Да где? Да ты пидора. Сам. Да блин. Да, кстати, сама хуйня, по-моему. Хорошая идет, кстати. Да, я слышал. А, ты ж слышишь. У тебя же ухи есть, точно. Это ж у меня звук выключен. Паровоз едет. Фух, убили. И паровоз еще этот обосранный. Сейчас последняя фаза. Сейчас надо будет этой штукой бить. Ну, у тебя шарики. Либо я хз, чем будешь. Шарики, они мощнее. На-на-на-на-на-на-на, дробовиком. Давай, неуязвимость. Да. Да блин. О нет, пингвинчики. Не собаки. Давай, ты пока там живи, я пока прыгаю. Ты живи, пока их убивай. Живи. Ой, ты сдох? Ты говоришь, пока там живи, я во время этого умираю. Теперь да. Теперь точно да. Дай пизда. Вот поезд тут самое говно. Что ты прям бослика? Меня. Спас. Только этот осел, этот пить. Это пить тупой, который меня сейчас убьет. Осел пит! Умри! Фу. Ей! А мы сейчас умрем. Да мы сейчас упоем. Да я и говорю. А, нет. А, он не продолжает, пока поезд не готов. Давай. Только попробуй, болван, я тебе сейчас в жопу. Да, короче. Да, блин. Хорош! Все, добили. Я думаю, мы сможем сейчас птицу убить. Птица, это кто? Забыл? Вообще, сколько робот идет? Ну, 50 минут. Он только сами будет ехать? Не, подожди, мы можем еще кого-нибудь убить. 108, теперь 130. Каким образом? Не, кстати, можно вроде пройти беги стреляй, потому что меня заеб. Потому что я ненавижу беги стреляй. Мы за эту серию сделаем больше, чем что. Хотя боссы тут сложнее. Ой, это парашник. Прикинь, мы сейчас будем дольше беги стреляй. Ой, это же тоже батут, типа. То стрелять не надо. Не надо, не надо! Боинг, боинг. Там в конце будет обосранный босс, но я не знаю, легкий он или нет. Сиска? Да. Блин, вот сейчас будет параша, вот ненавижу я. Сейчас должно сверху полететь. И теперь внизу будет. Да блин. Спаси меня и мою жалкую душу. Просто настолько тупо. Давай, соло.
Иди до парашника. Хорош. Вот это-то сейчас. Вот здесь его, кстати, так можно. Все, добили бота. Сейчас будет ненавистная фигня. Сейчас тыр будет. Да, сейчас будет куча говна лететь тебе. Под веселую музыку. И работа. Давай приковываться, пойдем на дракона. Что, по 5 его столет убивал? Ну, а чё нет? Я сейчас думаю, что дракон на третьем острове, но вспомню, что он на втором. Эзэзэз. Кстати, ты в курсе, что все битвы с тремя можно пройти на пацифист? Никого не убивал. Даже это вот как? Это финального босса. Это как? Вот так. Никого просто не убиваешь, бежишь, но не стреляешь. А как? А как? Кстати, мы в первой попытке прошли. Да. Беда, блин. Короче, потом мы пытались пройти дракона, у нас это не получилось, и мы сказали, точнее, не успели сказать пока. Пока.